И всем привет, ребятки, с вами снова Nemesis. И буквально вчера вышло новое обновление 22.5. Обновление называется у нас «Тусовки от заката до рассвета». Вот, летняя чисто обнова такая. Могу сказать, что она промежуточная, потому что тут особо ничего прям сверхъестественного не добавили. Вот, ну сейчас мы пробежимся. Вот, в принципе, лобби выглядит вот так. Очень нравится, как выглядит фургон, просто диджей сидит с колонками, это просто офигенно. Обязательно глянем, что у него тут, я вам расскажу. Вот. Ну, что могу сказать, прикольно, вышла наконец-то обнова, многие ждали, как обычно. Вот, заходим в почту и читаем, что у нас добавили. Первое, это у нас сезон летней вечеринки в Pixel Pass, станет самым крутым на районе. Новый Pixel Pass, естественно, каждый месяц, каждый новый Pixel Pass. Фургон со скинами для вечеринки. Время красоваться. Вот тот диджей с этими скинами. Обязательно глянем на этом. Дальше у нас комплект одежды рейвера. Взорви эту летнюю вечеринку от новых шмотках. В новых шмотках. О новых, господи, каких о новых? В новых шмотках. Короче, новый сет одежды. Посмотрим, что за сет одежды. Обязательно, да. Ну, как обычно, каждый обнову. Теперь у нас начался... сезон одежды, что ли, да? То есть каждый месяц у нас новая одежда появляется. Ну, не знаю, как-то странно, но окей. И еще, как обычно, лотерея летних ремастеринг. Господи, что-то я как-то по-китайски читаю. Лотерея летний ремастеринг. Короче, лотерея тоже со скинами будет. Полный ремастеринг пушек, выбранных сообществом ПГ. Да, лотерея очень странная будет. Не новые пушки, а скины и прокачанные на мифик. Очень-очень странно, короче, но скоро мы доберемся до этого. Ну и последнее, новый временный режим. Превосходство 10 на 10 на новой карте «Война корпораций». Это будет эпично. Ни разу не играл, посмотрим, что за новый режим. 10 на 10, господи, это что такое вообще? Большая карта какая-то. Ну, сейчас глянем. Ну и улучшение. Получай Pixel Pass билеты за просмотр рекламы, что очень круто. То есть еще проще будет зарабатывать на пропуск. Это просто офигенно. То есть пути для заработка новой вот этой валюты Pixel Pass'овской увеличили. Это круто. И переработка механика миниганов. Ну, переработана механика миниганов. Ну, сейчас я вам покажу, что это такое, естественно. Вот. В принципе, это и все. Вот, да, немножко по-китайски читаю, как-то, знаете, полуслова, что ли, и что-то в голове себе изображал. Не, что просто прочитать, я что-то в голове у себя представлял, что-то другие слова делал. Короче, не суть. В принципе, суть понятна. Вот. Сейчас мы перейдем к самим пушкам. Давайте начнем тогда с чего? Зайдем в лотерею и зайдем в навигатор событий. Давайте отсюда начнем. Первое, это у нас Pixel Pass, сезон летней вечеринки. Давайте посмотрим трейлер. Battle Pass. Вау, курица какая-то. Это что такое? Какой-то пистолет. Это что такое? Это, не знаю, тяжек, походу. Это что за обезьяна какая-то? Начес дробовик. Так, окей, хорошо, ладно. Вот так вот, в принципе, выглядит. Давайте начнем тогда вот с чего. Давайте начнем вот с этого. Первое, это у нас будет новый скин. Желтый хитрец. Вот так вот выглядит. Курица какая-то. Что за курица? Непонятно, что за курица. Но выглядит прикольно, в каком-то комбинезоне, что ли. И дается недружелюбная бита. Это новый тяжик, прикиньте, курица какая-то. Ближние легендарные. Ближний бой, электрошок. Атака 83, подвижность 85. Электрошок, курица будет делать электрошок. Это что-то очень странное. Ну окей, ладно. Окей. Понял, принял. Дальше у нас грустная Салли. Это что за скин интересный? Кто это такая? Не знаю, кто это такая. Вот. И дается такой тамагочий револьвер. Очень интересно. Это у нас пистолет легендарный. Одиночный очарование. Очарование. Это не очень круто. Очарование — это рака. Эффект такой вот, который уменьшает урон. Можно почитать. И что это у нас?
Темп стрельбы 85, вместимость 10 и подвижность 65. Ну, не знаю, блин. А что это у нас одиночный? Ну, такой обычный пистолет просто очаровывать будет, уменьшать урон. Ну, окей, окей. Дальше у нас сумасшедший художник. А что с ним случилось-то? Почему он сумасшедший? Ну, что? Болезнь какая-то, что ли? Ну, выглядит... Так. Ну, окей, хорошо, неплохо выглядит. Ну, почему сумасшедший, я не знаю. И у него безумный раскрашиватель с зайцем каким-то. Что это такое? С какими-то яйцами. Ракеты замедляет цель ослепления. Тяжелая мифическая. Я был прав, это тяжелая. Темп стрельбы 78, вместимость 6, подвижность 50. Очень напоминает Simple Dimple вот этот вот тяжик. И был еще тяжик, который... метатель жвачки, или как он там назывался. Ну, в общем, тоже был такой тяжик. Не, метатель жвачки — это автомат жвачку метает, а был еще тяжик такой эпичный. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Что-то очень похоже. Ну, окей, выглядит, конечно, странно, но пускай будет. Дальше у нас. Да, это правда обезьяна, мистер Манки. С кепочкой, с бананами. Скин обезьяны, с анимированным ртом. Ничего себе, прикольно, жует, что ли. И у него дается начес дробовик. Дробовик замедляет цель лечения при перезарядке. Основное мифическое. Темп стрельбы 80, вместимость 2, подвижность 55. Вместимость 2, да? Ну, наверное, урон будет классный. Раз вместимость 2. Выглядит, кстати, прикольно. Выглядит реально прикольно. Мне нравится. И новый питомец 8-бит бой. Ближний бой, крит урон. Мифическая. Скорость 6, возрождение 15. Очень похоже на аптечку. Какая-то аптечка, а не 8-бит. Что-то это очень странное. Вообще, Бравл Старс или что это такое у нас? Ну, похоже на аптечку больше. Ну, ладно, пускай будет. В общем, вот такой у нас Pixel Pass. Дальше у нас лотерея. Лотерея летних ремастеринг. Почему летних? Читаю. Летний ремастеринг. Ну, вообще странно просто звучит, поэтому так и читаю. Вот. Что у нас тут? Три старые переработанные пушки. Если честно, я бы хотел видеть старые модельки еще в том числе, чтобы это были просто скины. Просто скины. На самом деле, то есть разработчики, если вы меня услышите, и не только я такое хочу, то есть, вот, например, прикольный дизайн, но я бы хотел и старое видеть, потому что это все-таки старое, такое всем привычное, но было бы прикольно увидеть еще и старое, вот, надеюсь, вы прислушаетесь, но, как суть, здесь у нас три пушки, давайте посмотрим трейлер, встречайте. Взял, выкинул старый свиномолот. Да, здесь у нас выкинул старую аркадную винтовку. И выкинул старую пиксельковую. Окей, ладно. Странно выглядит, но пускай. Вот. Да, ребятки, старые пушки переработали по голосованию. Первое, это свиномолот, что было очень-очень ожидаемо, в принципе. Да, ребятки. Сразу скажу, что у меня был свиномолот обычного качества. Я его покупал в фургоне. И, ребятки, он у меня стал редким. Но, как суть, в лотерее он будет у вас мифическим, если у вас его нет, и собираться за детали, что очень странно. То есть у меня теперь редкий свиномолот, и мне его что, на мифик самому качать за 1300 алмазов? Прикиньте, ужас. Хорошо, переработали модель, смотрите, помните, как у нас была старая? В принципе, в трейлере вы видели старый свиномолот и как он выглядит сейчас. Но как скин можно было бы его поставить, вот, потому что старые тоже иногда хотелось бы взять. Вот, но прикольно все равно выглядит, дизайн прикольный. Свиномолот, ближний бой, урон по зоне и кровотечение. Так ему еще и эффекты поменяли, потому что у него был только ближний бой и все. Атака 8-7, подвижность 65. Вот так вот. Бум-бум-бум-бум. Прикольно, свиномолот переработали, но все равно хотелось бы видеть еще и старую модель. А так хорошо, прикольно. Правда, у меня он будет редкий. Придется мне лотерею обозревать вот так вот, как было. Винтовка с супервыстрелом. Вообще она, по-моему, не аркадная. Аркадная — это другая, я перепутал. Называлась она тоже винтовка супервыстрел. Просто она аркадная, в сезоне ретро-вейва была, поэтому я так и называю. Вот, ну, выглядит, кстати, реально круто. Выглядит, правда, круто. Ну, старую модель тоже было бы прикольно. Одиночный урон по зоне, двойной прыжок. Снайпер легендарный. Но у вас она тоже будет собираться за детали и будет мифической.
Темп стрельбы 80, вместимость 7, подвижность 55. Вот. Вау. Звуки-то какие прикольные. Ну хорошо, окей. Выглядит прикольно. Выглядит, кстати, прикольно. И Pixel Cola освежитель. Тоже выглядит по-другому. Ну, старая модель тоже была не самая плохая. Вот, но было бы прикольно тоже увидеть. И старую. Тоже будет, естественно, мифическое. Собираться за детали ракеты. Ускорение после убийства. Супер прыжок эффекта. Естественно, поменяли. Темп стрельбы 85, вместимость 8, подвижность 55. Вот так вот стреляют. Ну, выглядит прикольно и реально лучше. Вот это выглядит реально лучше. Да, не все выглядят более лучше. Но, как факт, старые модели, я думаю, не только я хочу видеть. Поэтому, в принципе, прикольно, переработали. Окей, хорошо. Дальше спецнабор. Новая одежда. Комплект одежды Рейвера. Комплект одежды, короче, музыкант. Давайте посмотрим трейлер. Вот, катается на роликах. Ролики. Дальше броня. И наушники. High-end наушники. А почему они так странно называются? Окей, ладно. В общем, новые наушники будут давать эффекты. Посмотрим скоро на них. Броня. Сильный. Стильный. Господи, какой стильный. Но он реально сильный, потому что он мифический. Но он стильный по названию, вот так вот, стильный ветряк. Дает шанс нанести критический урон. Новый эффект, кстати, в броне. Окей, скорость 60, прыжок 60. Вот так вот выглядит, выглядит красиво. Да. И ролики. Ну, ролики, как ролики, обычные ролики. Вот, в принципе, вот новый комплект одежды. Дальше у нас торговец. Фургон со скинами для вечеринки. Давайте посмотрим тоже трейлер. Так, дробовик фаната, меч фаната и бит. Окей, хорошо. Короче, это тоже скины на старые пушки с мифической прокачкой. Вот. Первое это у нас последний поцелуй, скин дробовик фаната. В общем, скин на последний поцелуй. Дальше у нас скин на меч цепь Зевса, меч фаната пи-бенд. Вот так вот выглядит реально прикольно. И скин на P-Band. Скин P-Band. Короче, переназвали его. Почему смертельный бит было нормальное название? Я не знаю, почему переназвали. Бит P-Band какой-то. Не знаю. Это вопрос к разработчикам. Почему смертельный бит убрали и не назвали просто скин так? Ну, выглядит тоже прикольно. Музыкальная пушка. Окей, хорошо. Вот так вот стреляет. Пиу-пиу. Звуки тоже переработали. Прикольно, прикольно, прикольно. Короче, вот, собственно, новые пушки, новые скины и переработанные пушки. Хорошо, прикольно, прикольно. Давайте зайдем сразу в арсенал. Сейчас посмотрим, что будет по сету. Набор одежды будет нам давать следующее. Снижает получаемый урон из оружия категории снайпер. Кстати, прикольно. То есть у вас снайперки будут меньше урона наносить. А это прикольно, это реально прикольно. Вот, давайте теперь зайдем в особое. Наверняка, да, ребятки, можем почитать эффекты. Ботинки. Двойной прыжок значительно уменьшает урон от собственных взрывов. Ну, окей, ладно, хорошо. Но я бы предпочитал ускорение больше. Дальше. Наушники. Что нам будут давать? Огромный шанс игнорирования хедшота. То есть у вас будет игнорироваться хедшот очень часто. Ну, так, не знаю. Но как скин можно было бы поставить, кстати, прикольно. Вот, в принципе, здесь все, да. Вот такие вот у нас пушки, одежды и скины. Вот они, собственно, и в фургоне. Я купил вначале просто скины, потому что было почему-то без прокачки. Сейчас их сделали с прокачкой. Я их скуплю скоро обязательно, и мы посмотрим на них мифических. Да, вот так, в принципе. И еще тут добавили скин на одну, по-моему, пушку, что ли, или не на одну. Был. Сейчас посмотрим. Ну, точно был скин на брутальный растворитель, или как он там называется. Сейчас, если я найду брутальный. Где он у нас тут? Что-то его потерял. Ну ладно, сейчас по арсеналу. Я просто пробегусь. Тут еще есть скины. Нет, здесь больше скинов нет. Короче, на брутальный растворитель добавили новый скин.
Так, что-то я не могу, у меня столько пушек, господи, я теряюсь, где он? Вот он. Брутальный звучатель. Какой излучатель, что вообще несу? В общем, вот такой вот новенький скин, прикольно, с микрофоном каким-то и панком, окей. Вот, ну, в общем, вот так вот. Также, да, там поменялись балансы, пушки бафнули, какие-то нерфнули. Я, может быть, ставлю скрин вам. Да, наверное, ставлю. Вот, вы сейчас прочитаете, вот что изменили, кто не знает. И, да, в принципе, здесь все. Что я там, ничего не забыл. И осталось, да, посмотреть, вот, билет теперь за просмотр рекламы. Вот, можете смотреть рекламу и получать вот такие вот коронки и билеты. В общем, прикольно сделали, окей, хорошо, пускай будет. И новый режим, временный. Это называется превосходство. Почему превосходство? А, да, превосходство называется. Войны корпорации. Сражение 10 на 10. Вытесни противника, захватывай точки интереса. В принципе, давайте глянем. Let's go, посмотрим. Точки захватываются последовательно. Хорошо, я понял. Да, если я тут наберу команду, а очень бы хотелось набрать, потому что... Смотрите, какая-то реально новая карта, смотрите, просто... Блин, я не знаю, надеюсь, игроки соберутся, я вообще хочу посмотреть, что это такое. 0%, да? Но что-то тут так, игроки собираются очень активно, я смотрю просто, да? В общем, надеюсь, что мы посмотрим. А то если долго не будет, придется мне выйти, потому что, ну, что мне делать... Вот, 6-7, и никто не собирается. Ну, окей, короче, ладно, ждем противников и союзников. Когда команда соберется, мы с вами продолжим. В общем, не дождался я. Не собирается команда. Ну, короче, кто там был, просто напишите мне в комментариях, я оставлю закреп этого режима. Я не собираюсь там сидеть часами и ничего не дождаться. Вот, в принципе, это и есть все обновление. Единственное, да, еще. Забыл. Переработана механика миниганов. Сейчас я быстренько вам покажу. Вот у нас чемпионский миротворец. Помните, он постепенно заряжался и сразу стрелял. Теперь он... Да. Вот так вот стреляет. И Экскалибур также, да. И импульсный миниган. И печенькомет. И, короче, все миниганы, которые у нас существуют, теперь стреляют вот так вот. Вот, сейчас еще и покажу, вот, миротворец. А! Стоп. Чего? А, миротворец обычный не изменили? А почему? А что-то обычный миротворец не изменили. Наверное, это недоработка. Короче, окей, ладно. Ну, вы, в принципе, поняли. Сосулькомет, коломет тоже все работают, а этот что-то не работает. Этот... Нет, это у нас не считается миниганом. Ну, короче, вы поняли. Видно, про миротворец почему-то забыли. Что очень странно. Миротворец забыли. Как? Вот. Так, а это у нас не миниган. Ну, короче, вы поняли. Вот такие вот должны будут быть все миниганы. Надеюсь, что все вот стрелять потихонечку, заряжаться. Короче, вот так вот. В принципе, это все обновление. Вот так вот вышло. Немножко в таком каком-то странном виде я снял. Ну окей, ладно, как снял, так снял. Пишите свои отзывы про обновление, насколько вам понравилось. И напишите про режим обязательно. Потому что мне интересно, я не могу, я не дождался игроков. В принципе, не забываем про лайки, подписки, сервер в Дискорде. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Немезис. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока.